С рабочим визитом Видновскую детскую поликлинику посетил глава Ленинского района Валерий Венцель, чтобы проверить качество ремонтных работ, проводимых в учреждении. В настоящее время в Видновской детской поликлинике проходит косметический ремонт. Несмотря на зимний период, когда число сезонных заболеваний возрастает, медицинское учреждение продолжает свою работу в полную силу. Детская поликлиника у нас открыта в 2000 году. И с 2000 года у нас, как бы сказать, не было практически никакого ремонта. Вот в настоящее время выделено Министерством здравоохранения Московской области, значит, 6 миллионов 800 тысяч на ремонт косметической детской поликлиники. Объект здравоохранения посетил глава Ленинского района Валерий Венцель, чтобы проконтролировать качество проводимых работ. Он осмотрел те помещения, где уже покрашены стены и потолки, а также залиты новые полы. Всего ремонт затронет 1200 квадратных метров или 40 кабинетов педиатров и узких специалистов. Осталось положить линолеум и все, и помыть за собой. И подкорректировать кое-где вот немножко, как бы сказать, чтобы оно было более поэстетичное. А образно, как бы, оно все, можно готово и вперед поехать. При оценке качества ремонта Валерий Николаевич уточнил, какие именно виды работ входят в смету. Уже потом не получилось, что мы будем возвращаться к одному и тому же. То есть, ну, если мы заходим в кабинет, мы должны четко понимать, какие виды работы мы здесь делаем. Линолеум понятно. Есть нормативы определенные, но вот поменять розетку, которая выцвела. Компания-подрядчик выполняет работы поэтапно. Сейчас завершается отделка первых 13 кабинетов, среди которых физиотерапевтический, кабинет функциональной диагностики и ЭКГ. После ремонт начнется в остальных помещениях. Главная задача – улучшить условия, а значит и качество обслуживания пациентов. Контроль, конечно, осуществляется и Департаментом единого заказчика Министерства здравоохранения Московской области и, естественно, нашей администрации Ленинского района. Все работы планируется завершить к Новому году. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ.